Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем наши студии. Это еще будем называть студиями. В рамках Институт за 100 дней. Очередная студия будет портрет. Я знаю, что многие из вас боятся портрета, но надо учиться не бояться и относиться к этому, ну, с некой простотой. Портрет молодой девушки, как и предыдущие наши работы, эта студия может не только украсить дом, портрет будет небольшого размера, то есть он не будет обязывать своим размером, что там как бы некая девушка. Он будет просто как милая, небольшая работка. Но в дальнейшем, когда вы немножко подрастете, вы сможете какую-нибудь знакомую девушку вписать в это лицо, также осветив его сбоку, как вы видите, и, ну, сделав фотографию, и прямо с фотографии потом сменить черты лица. Ну, это вот, скажем, где-то на 50-й день нашего с вами обучения вы рискнете сделать перестройку. Либо будете просто радоваться этому милому изображению. А так кого-то из своих. Итак, у меня на палитре остались краски от предыдущей работы, где я делал закладку холста. В общем-то, все те же цветики нам пригодятся и в этой работе. По-прежнему мы в атмосфере скупой палитры. И я начинаю. У меня и кисть, вот видите, припачканная. И я беру тройник и пачкаю весь холст. Согласитесь, после того, как холст испачкан, страх как-то пропадает. Красный цвет здесь нам, в этой картине, ничем не вреден. Фоновое пятно чернявое, но не глухо черное, а с охрой. И оно становится зеленоватым относительно краснот. Очерчиваю примерное место расположения фонового пятна. Это, кстати, Саржент. Прекрасный художник, уже на грани импрессионизма и прежней школы, ну, вполне сойдет за, так сказать, копии старых мастеров. Розовый с черным. И мы получаем цвет, примерный цвет одежды. Ее примерные очертания вполне видны. Теперь смотрим, что у нас попадает на центр холста. Место пересечения двух диагоналей губы где-то здесь. Находятся губки.
берем розовый охру, ставим пятно губ. Под губы подводим овал лица. От губ до линии волос, от линии волос до макушки примерно одинаковые расстояния. Розовый, черный и охра. И мы нашли примерное нахождение волос. Перемалываем фоновое пятно на этот слегка рыжий цветик. Бант находится уже на волосах. Итак, это у нас волосы. А сверху бант. Приблизительно его место расположения ставим разбел черного. Пока так. Бант находится в центре этого пространства. Ну и как бы найти от этого его не сложно. Черный, розовый и охра находим глубину волос и отделяем шею. Белила, розовый и охра краску я не разжижаю, как вы заметили. И этот разбил с правой стороны зашел на лицо. Глазные впадины ниже волос. То есть я перечисляю те вещи, которыми пользуюсь для нахождения рисунка. Тут примерно ушко, шеечка,
Это же темнота. На шеечке отделяет подбородок от шеи. Этот же цвет темненький, черный, охрой, розовый. Со смещением от центра, да, то есть здесь свет, а теневая проходит чуть в стороне от середины лица. Очерчивает губы, слегка на подбородочке различимо, и ушла в тень. Черный крас, черный, розовый и охра. Теневое пятно под носом. Нос торчит, кончик носа более торчит, чем остальные места носа, то есть переносится. Поэтому здесь наибольшая тень. Но темность эта уже несколько уступает темности промежутку между губами. Вы видите, он очень темный. Опять же, больше темноты уже в пользу черноты. Амбразурка глаза внутри теневого облака. Вот такая. Примерно вот такая тенистость. Место переносицы тоже с темнинкой. И сюда заходит свет аж до челочки. И здесь заходит свет в разрезе челки. Ушечко здесь виднеется, но темно виднеется. Черный, розовый и охра в пользу черноты. Мы пока еще в скупой палитре находимся. Фоновым пятном можно отсекать излишки волос. Фоновым пятном здесь. Так, ну что-то такое. Думаю, что я на этом остановлюсь и пожелаю вам тоже успеха в этой работе.
Усиливаю сейчас, чуть-чуть усиливаю звучание белого. Мне моя куколка нравится. Много полезных здесь вещей с освещением. Вот, я думаю, что... А, и самое главное, что если у вас есть такая куколка под рукой, то вы сможете спокойно ее вписать, ее черты вашей куколки вписать в эту картиночку и таким образом порадовать близкого человека. А вписать это что значит? Это точно так же осветить, сфотографировать человека, точно так же осветив. Если полнота губ ниже, меньше, то толщину уменьшить губочек. Если полнее, наоборот, увеличить. Если ротик чуть шире, расширить ротик. То есть, имея уже как бы болванку лица, если носичек там, допустим, чуть острее, обострить вот это место. Если наоборот шире, увеличить. Глазки посмотреть, может быть, помельче будут глазки. Вот, может быть, у вас будет чуть другого возраста, и там, соответственно, будет небольшое колебание соразмерностей. Так что можете воспользоваться этим. А можете просто красивый портретик держать дома. Но самое главное, произведено расследование работы в тоне, в цвете. То есть мы теперь знаем более-менее о цвете лица. Вот, и... Репина Третьяков не допускал свои закрома, потому что он приходил и дописывал его картины, свои картины вечно. И он ему не разрешал дописывать. Остановиться иногда бывает тяжело. Вот. Ну и даже сам по себе портретик такой иметь, мне кажется, приятно. Желаю успеха!